Точно по курсу. До цели 3 минуты. Наверное, мы не на шутку переполошились, раз послали нас под угрозой международного скандала. Разведка утверждает, что тут лет 50 как никого. Но мы-то знаем, какая у нас военная разведка. Надо быть готовыми ко всему. Спарта, сохраняйте скорость и направление. Вас понял, Титан Один. Спарта 2-1, мы засекли в вашем районе выброс радиации. Связи. Капитан, доложите обстановку. Я был в отключке, вертушка сбита. Нас разбросало, пока не знаю, скольких мы потеряли. Прием! Судя по спутнику, вы в 30 километрах к югу от радиовышки. Капитан, ведите отряд туда, мы вас вытащим. Так точно, сэр. Группа «Спарта», если слышите, переключите рации на частоту 3. Встречаемся в точке сбора. Если вы каким-то чудом уцелели и слышите меня, встречаемся у радиовышки, которую вы видели на подлете. Оттуда нас эвакуируют. Шевелитесь, вперед! На помощь! Скорее! Господи, вытащите меня отсюда! Ah!
идти. Вам придется помочь. Ученые исследовательского центра изучают различные способы применения Е-99. В их числе разработка новых видов оружия, восстановление почвы, медицина, а также изучение времени. С тех пор, как доктор Демичев отбыл в Москву, приток новых ученых и техников на каторгу 12 увеличился на порядок. Что у нас все тут малость не в норме, потому что я сейчас точно рехнусь. Похоже, у меня крыша едет. Я уверен, вашу мать. Так, ладно, без паники. Следовать приказу. Продолжать движение к радиовышке.
Титан-1, если вы меня слышите, я нахожусь в здании, похожем на школу. И тут кто-то... Ух, твою мать! Произошел новый инцидент, еще ужаснее прежнего. Превышен порог Барисова. Мы опечатываем базу из противника. Мы должны немедленно покинуть каждую 12. Thank you.
ты жив? Я вот копытился. Помоги мне! Твою мать! Они лезут! Мне бы крышка. Мы должны были прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Может, я чего-то и не понял, но, по-моему, в инструктаже не упоминался огромный столб энергии, бьющий в небо. Титан-1, говорит Девлин 4-1. Прием. Титан-1, говорит Девлин 4-1 на аварийной частоте. Ответьте, возможно ли эвакуация? Следовать плану. Пойдем к радиовышке, там найдем полезное. Безопасность на 312. Задача каждого из нас. Разведка так лжанулась. На заброшенное место это никак не тянет. Катарги 12. И кое-кто хотел бы ее сорвать. Наша задача... Что-то не так. По идее, мы должны слышать сигнал Титана-1. Идем. Открывай дверь и прикрывай. За мной! Все чисто! Рэнка, отходи справа, я пойду слева! Давай, не тормози! Радиовышка. Сейчас свяжемся с Титаном-1 и свалим отсюда.
мной. Будь начеку. Я добрался до пристани, но все катера уже отчалили. Закрыто. Проверь-ка ту будку. Может, там еще есть один выключатель? Ну все, выдвигаемся. Следуй за мной. Черт, опять эти твари. Хватай винтовку, надо расчистить. Метко стреляешь? Пойдем. Вертолет! Только не наш! Ложись! Нет ли еще где этих тварей? Прям музей старины. Титан-1. Девлин 4-1 на связи. Прием. Титан-1. Девлин 4-1 на связи. Мы готовы к эвакуации. И здесь эти русские. Повторяю, это Девлин 4-1. Они, похоже, глушат наш сигнал. Одна русская речь проходит. Хоть что-нибудь работает на этом проклятом острове? Нет, конечно. Это место забросили почти полвека назад. По крайней мере, все так считали. А ты кто еще такой? Черт, эти парни не слишком дружелюбные.
Ужасно паршивый денек выдался. Идем! Капитан Ренко. Вы капитан Ренко, так ведь? Не удивляйтесь. Фамилия написана на вашей форме. Американцы так дорожат индивидуальностью. У меня к вам пара вопросов. Фамилия, звание, номер. Больше ты ничего не получишь, Ванюк. Загляни в справочник по Женевской конвенции. Я на эту бюрократию плюнул много лет назад. Ясно. Мы офицеры армии США. Я хочу поговорить.